Lesson 17. 17.1. Ordinal numbers. Первый, второй, третий, третья, третья, третьего, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, тридцатый, сороковой, пятидесятый, шестидесятый, семидесятый, восьмидесятый, девяностый, сотый. 17.2. Genitive of numbers. Двух, трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати, двенадцати, бат двадцати. Examples. Без десяти шесть, без четырех минут восемь. It is 4 minutes to 8. 17.5. The days of the week. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Exercise 76. Boris's father talks to Jane. Здравствуйте, Джейн. Кажется, вы познакомились с моей женой на прошлой неделе. Меня зовут Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович. Очень приятно. Клара Михайловна мне сказала, что вы вернулись поздно, потому что вы работали до 8 часов. Да, обычно я прихожу домой в 7:30. Но в пятницу была конференция. Вы давно в Москве, Джейн? С прошлого сентября. А когда вы были в Москве первый раз? В апреле 76-го года, когда я еще училась в школе. Я сразу полюбила и Россию, и русских людей. А когда вы уезжаете на родину? Я буду работать здесь до конца июля. Простите, сколько вам лет, Джейн? 27. Я родилась в 61-м году, в мае. Борис мне сказал, что ваш день рождения 8 мая, а он родился 9 мая, в День Победы. Значит, 27. Значит, вы, наверное, скоро выйдете замуж? Что вы, Сергей Иванович, мне еще рано. Моя мама вышла замуж, когда ей было 32 года. Так-так. А вам не кажется, что Борису уже пора жениться? Ему 31. Ну, это его дело. Кстати, где он? Я его жду с 5 часов. Мы идем в кино. Фильм начинается без 15:07. End of lesson 17.